Так, приступаем. Первый уровень у нас был в баре. Второй уровень у нас был в дискоклубе. Там уже кого-то избивают. А третий уровень у нас в тюряге. И мне нужно выйти отсюда как-то живым. Я пока не знаю как. Чувак, да, давай сбежим отсюда. Давай, побег из тюрьмы. Побег из тюрьмы, давай. Давай, побег из тюрьмы, не? Ладно, не хочешь, не надо. Да харе, харе его бить, да он ничего не сделал, да ничего не было, ты на меня не смотри, я отойду, хорошо, я отойду, ты со мной можешь ничего не... Так, а чё тут у нас валяется? Баскетбольный мяч! Ебой! Ебой, так... Я вам тут не помешал, я просто немножко хочу поиграть в баскетбол. Я просто мячом кого-то попал, матушку вашу! Да что ж вы такие-то гниды? Ну что, чё? На! Па! Я надеюсь, то, что я не с 30-го раза пройду этот уровень, как в прошлой серии. Ты чё на меня с апельсина бежишь? Ты реально думал, что ты меня с апельсина завалишь? Опа! Спасибо, начальник. Ты еще жив? Нет, больше не жив. Ну смотрите, как я уже тут много всех раскидал. На меня действительно бежали с апельсином. Ты на меня сейчас с апельсином бежал! Так где моя сковородка? Где моя сковородка? Ты еще жив? Все, хватит, пацаны. Я знаю то, что вы там любите подраться, но я просто кинул, мать вашу, баскетбольный мяч. Просто кинул баскетбольный мяч. И он кого-то попал. А вы сразу до меня все загрелись, да? Убери куриную лапку из руки! Убери куриную лапку! Ты отдай! О, господи, как меня шандарахнули. Начальник! Ладно! Ладно, на меня с яблоком бегут, на меня с куриной лапкой бегут, а я буду всех... Сейчас апельсин у кого-то заберу и буду всех с апельсина валить. Так, в душе. Господи, лишь бы не уронить тут мыло. Тут мыло. Опа, я уронил его. Пацаны, я не хотел мыло ронять! На меня с гантели идут. На! Пацаны, ну хватит, ну ей-богу, а ну сколько раз? Почему все на одного? Все на одного! Сейчас, я вот это... О! Да как меня шандарахнут! Пацаны, ну чё ж это такое? Ну почему? Я закашлять захотел, но чё-то как-то сдержался. Смотрите, как это надо. Па! Я забираю их оружие. Электрошокер. Прикольно, нафиг! Я даже не знал, что тут электрошокер есть. На! Так, поднос! Или что это? Чё на меня с дубинкой бежишь? Отдал. Да, опять шандарахнули. Ну чё ж-то такое, ну нача... Я убил только 20 человек из 73. Господи, сколько же раз... Ладно, еще разочек. Мыло ронять в этой серии мы не будем. Начальник, ну хватит ее бить, ну ей-богу, ну пацан ничего не сделал. Ну да, ну накосячил разочек, ну ничего такого не было. Ай! Ты чё меня бьешь? Ай! Ты чё меня бьешь? Ай! Ты чё меня бьешь, гнида проклятая! На! Ай! Начальники, не буяньте! На! Па, полетела отсюда. Дай. Дубин. Голый! Опа, с гантели. Смотри, как прикольно выглядит электрошокер. На! Начальник, ну хватит буянить. Ну, ей-богу, заколебали. Да дайте мне какое-то оружие. Опа, писюн заблюренный просто. Ну как так-то? Все разлетелись отсюда. Папа уху, папа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на меня с гантели бегут! А, ты что, дурак? Вот это я понимаю, махина просто! На, по голове блином! Па! Гантеля, где моя гантеля? Дайте мне, пожалуйста, гантелю, спасибо.
Так, кого гантели захреначить? Начальник на меня с гантелей бежит. Ты смотри, какой живучий. Блин, дали мне блин. На, на. По блинам с вареньем по лицу. Еще один блин с вареньем по... Ой, начальник, успокойся, пожалуйста. Дубинка, спасибо. Спасибо, начальники, да, давайте вы там будете драться. Как же вас много, ей-богу. На, полетел отсюда. Блин, сраку! Блин, блин! Блин, сраку! Блин, сраку! Апа, блин, сраку! Блин! Ай! О, меня чуть не ударили. Пацаны, разошлись отсюда, пожалуйста. Да кто? Кто на меня руку поднял? Да, чё ж это такое? Ну, чё ж это такое? Ну, почему вас так много? Побежали по центру, ебай карате! Разлетелись! Па-па-па-па по носу! Па-па-па-па-па-па-па-па-па! Разлети! О-ла-ла! Начальник! Начальник, 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 начальник! Дайте мне, пожалуйста, какое-то оружие. Успокоился! Гнида проклятая. Почему все за мной? Ладно, ладно. Электрошокер, вот это что мне нужно было. Па! 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 Вот это я понимаю оружие! Пацаны, ну хватит, ну ей-богу. Хватит, хватит. Просто, просто... ну давайте жить дружно, ну пацаны, давайте жить дружно, пожалуйста, ну ничего страшного. Ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мне еще немножко осталось. Мне еще совсем немножко осталось, и я свой супер удар просто заиспользую. Где ты мачете взял в тюряге, а? Чё за тюрьма? Никакой безопасности, никакой безопасности. Заключенные просто мачете себе находят и все. Опа-на. Ядрить, колотить. Чё же вас так много тут, а? Пацаны ходят с мачете. Просто пацаны ходят с мачете. Опа-на. Ба! Пшу! Пум! Стрельнули. Пум! Стрельнули. Пум! Стрельнули. Ебой! Ебой! Просто! На! На! Вот, вот это я понимаю! Вот это я понимаю! Супер удар! У меня же все залагало. Так, все, хватит, пацаны. Все, 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 все. Я вижу, да, то, что вам тут нормально. О-о-о-о-о, опять с мачете на меня один бежит! Начальник, успокойтесь, пожалуйста. Успокойте заключенных! В тюрьме побег! Попытка побега! Охрана, мне нужна охрана. Тут у нас немножко два заключенных подрались, совсем немножко. Я не знаю, откуда столько много крови. Совсем немножко подрались, совсем немножко. Заколебался на меня с блином своим бежать. Ядрить, колотить, тут еще и босс есть, да? О-о-о, это еще какой-то босс, потому что он не уронил свой меч вот этот. Иди сюда. А-та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 , это сло... Па! По лицу. Па! Да меня опять ударили! Начальник! Ну чё ж такое, у меня половина сердечек, а? Ёханый бабай, как мне выжить? Дайте мне, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, электрошокер. Мне всего лишь нужен электрошокер, и все. Больше ничего не нужно. Пам! Опа! Вот это мне краски пригодится. Сейчас я доиспользую вот этот предмет и возьму мачете в руку. Слушайте, минус 4. Да отдал! Отдал блин! Бабушка блин приготовила, ты его забрал! Отдал блин! Отдал блин! Отдал гантелю! Опа! Да, ой, уронил случайно. Уронил случайно, сейчас я подберу. Отдал блин, спасибо. Отдал блин! Отдал, отдал сковородку. Па! Ничего! Не-не-не-не-не-не-не! Ребятишки, ребятишки, если я сейчас проиграю, я это все заново проходить просто не буду. На. Так, по центре, пожалуйста. Успокойтесь, ей-богу, успокойтесь. Пожалуйста, пожалуйста, сейчас, ловите, блин. Еще, еще ловите.
Па, начальник, начальник, ну что, ну что такое? На по пятке, на по пятке, на по заднице. Никто не подбегает. На по яйцам, на. Так. Во-во-во-во, кто тут рыпается? Апа! Па-па-па, пацаны, не ожидали, да? Я лучше вот этого сразу босса убью. На! Минус! Да, нет, он еще жив. Он еще жив! Как ты жив еще? Нихрена себе ты живучий просто. Нихрена себе ты просто живучий. Опа! Я даже не ожидал, что я так быстро босса вырублю. Хотя как быстро, на него 3 супер удара нужно было. У тебя тут кровь немножко из носа, немножечко из носа кровь там у тебя шла. Совсем немножечко. Так, пацаны, разошлись! Ой, я пошутил. Пацаны, я пошутил. Пацаны. Па, я сказал же, разошлись. Вы меня не слушаете. Па, 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 на по носу, на. Так, минус. Шо у нас тут такого интересного? Апельсин. А, кто зайдет? Кто зайдет? Ловите апельсин. Кто зайдет сюда? Па! Слушайте, апельсин как-то не слишком сильный. Нехорошо он всех убивает. Так, 8 человек еще осталось. Это как бы не так уж и много, да? Заточка. Посмотрите, заточку. Или что это? Да, это заточка. Это зубная щетка, заточка. Ничего себе, чувак. У тебя тут дырочка немножко в заднице. Опа, опа, оп, ай. Он меня чуть не ударил. Ай, у меня на один удар осталось. Твою мать, если они меня сейчас убьют. Если они меня сейчас убьют, это будет очень нехорошо. Прям очень, потому что у меня один удар остался. Но мне интересно, что тут, пацаны. Я знаю то, что... Ох ты такой, смотрите, какой выбрался отсюда босс просто. Электрошокер. Да, пожалуй, я возьму электрошокер. Он мне, в принципе, даже пригодится. Тут у нас есть дубинка, гантеля. Угу, бита есть. Может, дайте я биту возьму. Мне кажется, бита хорошая идея, чтобы просто раскромсать всех тут по частям. Где вы деретесь, не могу понять. Щит! Нифига себе! Кто дерется? Пацаны, я ничего не могу понять, где вы? Я слышу то, что кто-то кому-то морду там чистит, но я не могу понять, где. Может, на втором этаже? Может, на втором этаже? Никого, никого. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Опа, сколько вас тут. Опа, опа. Па! Па, па, па. Все? Всех! Ой, у кого-то тут и опять из носа кровь потекла. Скорую помощь, кор, врача, врача. Тут немножко у нас пол красный. Я не знаю, что случилось. Я вроде ничего такого не делал. У тебя, господин Андрей, у вас тут ребро поломанное. Вот в этой части тела у вас вот тут ребро поломано. Вот тут. Я не знаю, что у вас тут. Дайте-ка я вам его вправлю. Опа! Я ему случайно верхнюю часть туловища отрубил. Все руки и голову. Просто летающая голова. Начальник, я не хотел, честно. Я не хотел, оно само так произошло. Так, выход, где выход? Неужели я все прошел? Где выход? Пожалуйста, скажите, где выход? Тут у нас душ. Тут кто там мыло ронял? Где мыло? А папа, спинку, спинку потрем. Себе спиночку потрем. Так, где выход? Слушайте, мне... Слушай, мне с самого начала не дали поиграть в баскетбол. Вообще не дали в баскетбол поиграть, потому что я случайно кинул мяч кого-то. И все такие, он кинул у меня мяч, надо устроить бунт в тюрьме, надо всех убить. А я просто, мать вашу, в баскетбол хотел поиграть. Оу-оу. Ёханый бабай. Чё ты так летаешь? Не запачкайся, тут много всякой красной жижи. Я не знаю, что тут у нас произошло. Какой-то ёханый бабай. Бунт в тюрьме, тут у нас скелет остался. Скелет в ботиночках остался. Ничего страшного, зато мы сейчас поиграем в баскетбол. Так, трёхочковый. Да твою-то матушку. Чё ж ты так улетаешь? Оу! Остановитесь! Так, а если я просто отсюда возьму его так? Оп, да ёб твою.
А ты меня заколеб... Мяч, ты кому-то голову раскромсал! Ну ты плохой мяч, конечно. А, вот выход. Всем до свидания, было приятно с вами познакомиться. Да я тебя даже не ударил, я просто тебе наступил на лицо. Здорово, точнее, до свидания, Валера. Мы с тобой были хорошими друзьями. Помнишь, как мы с тобой сидели? Чё ты делаешь? Помнишь, как мы с тобой... Чё ты так машешь? Помнишь, Валера, как мы с тобой сидели в одной камере? Ты заточку точил. А я план побега планировал. Ну, чё-то пошло не так, Валера. Ладно. Ебой, мы все прошли. Следующий уровень будет какой? Пиратский корабль. То есть мы будем пиратами просто. Я прям уже жду, не дождусь. А вы, ребята, знаете, что нужно делать. Нужно влепить огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И давайте мы наберем хотя бы 25 тысяч лайков. Я обещаю, как только мы это сделаем, я сразу же выпущу следующую часть этой замечательной игры, если ты, конечно, этого хочешь. Также не забывай подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать ни мои стримы, ни мои новые ролики. И я скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.